Массовое ДТП случилось на трассе Пермь-Екатеринбург. Авария произошла в районе отворота на Кунгур. В сторону Свердловской области двигалась колонна спецмашин инкассаторской службы. В нее вклинился грузовик. Одна из инкассаторских машин притормозила перед зеброй, сообщает интернет-портал «Кунгур-59». Впереди идущая машина сопровождения была вынуждена пропустить пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. На резко изменившуюся дорожную обстановку успели среагировать не все. Грузовичок врезался в попутно двигавшийся КАМАЗ. От удара деформировала кабину, повредив водителю ногу. Так, водитель у нас повреждение ноги, зажат панелью. Сейчас его деблокируем, а пока ждем медиков, то есть его пока не достаем. Самочувствие у него удовлетворительно, пока в машине сидим. На место прибыли пожарные, им удалось деблокировать пострадавшего, мужчину затем передали медикам. Он не может достать, поднять, вообще ноги не может. Он сам вяжет.